Я надеюсь, он такой же, как в Call of Duty 4. Секунд на 40. Нет, там примерно час еще. И нам придется убить Тикея. Кила! A little prawn. Что? Ну у тебя что было написано? Я не увидел, что мне было написано. Вот у меня написано Little Prom. What? She's alive? If you heard her. Это Google переводчик. Тики за Google переводчик. Frank, it's a trap. И нажал. You better get to fetch it. Oh yeah! You gonna put in some work for TK. Еее, а стул тут при чем? Взял, пнул стул. И стул еще так по физике поехал. Да, смотри, какие мы солдаты. Да, я тоже об этом был. Да че же, он не умрет, что ли? Он оставил, нет, он как бы труп, ты общаешься с трупом. Эй, меня как-то... Че мне? Я не понял, я как меня как-то выкинуло сюда. Так. Так, ну короче, сколько у нас времени есть? Найти компрометирующее фото. Цель — найти компрометирующее фото, место казино Американо. Я должен найти компрометирующее фото для Тикея. Я столько раз уже сказал компрометирующее фото. Найти запасы зомбракса Тикея. Подземные туннели. Мне нужно найти запасы зомбракса Тикея. Я должен найти дорогое шампанское для Тикея. Мне нужно найти хирургическую нить, чтобы наложить швы на раны Ребекки. Мне нужно найти упаковку мужских шелковых трусов, блядь. Хорошо, что для Тикея, а не для Ребекки. Это для себя. Мне нужно найти бинты, чтобы перевязать Ребекку. Обезболивающий. Так, подожди, я сейчас посмотрю, что ближе. Так, ну по идее, самое близкое — это обезболивающее. Шелковые трусы-то где брать? Эй, где же брать шелковые трусы? Так, понятно. Хирургическая нить, далеко, дорогое шампанское, запас зомбрекса, компрометирующий фото. Так, нас, короче, надо сейчас пробежаться по всему, по всей карте и собрать всякие вещи. И заодно можно зайти еще в этот, в парк этот, и узнать, что там лежат в этих, в ячейках. Надеюсь, у нас времени хватит. Я только возьму сока какого-нибудь. Ну, фасоль. 8 патронов осталось. В жопу. Погнали. Что? Это будет быстро! Зачем ты суешь туда патроны? Я не знаю, зачем я сюда. Я имел в виду винтовку в задницу. Намного лучше. Все, проехали. Так, еще и около мусора, да, так? Естественно, закуску из мусора возьмем и еще хапки из мусора. Люблю из мусора жрать всякую хапку. Оружия совсем нету, только перчатки остались с прошлого раза. Вот так, уходи, я дверь закрыл. Эй, ты забрал гвозди! Ладно, там гвозди где-то есть. Что ты мне ведро кинул, я не понял. Что это было? Что-то мне понравилось быть ковбоем. Я даже не хочу переодеваться. Буду ковбоем. Во, сейчас дают по 300 ОП за одного убитого. Бумеранг возьму, на всякий случай. Возьму битки. Ну теперь я бегаю намного быстрее. Кстати, давай посмотрим статистику в статусе. Так, у меня, короче, сила атаки наполовину, примерно, скорость на 2, здоровье почти полностью, кроме 3 квадратиков, лимит инвентаря в 9 штук, дальность броска 4. А у тебя чё? Ну, дальность броска тоже 4, этот инвентарь тоже 9, жизнь без 4 квадратиков, скорость 2 вот эти здоровые шняги и атаки без 3.
Ага, ну, примерно то же самое. Подожди, может умение какие-нибудь есть новые? Умение. Удар двумя руками. Подпрыгнув, удерживайте левую кнопку мыши. Свернуть шею. Стоя над головой... А, ну это было уже. Окей. Херня. Ух ты, нифига себе, смотри! Вау! Бум! А, и только тут меня... Чё ты там делаешь? Я в кубите ударяю. Цирк. Меня не хватит все равно на тачку, чтобы тачку купить. Это печально. Почему деньги нельзя бросить? Так, 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 так. Чё тут? Где-то тут гвозди были, по-моему. Не помню. Где. Так, а с чем там генератор-то можно смешать? С гитарой можно взять кресло-коляску еще. И будет электрическая кресло-коляска. Да нет, возьми ее в руки. Ладно, догоняй, я побегу до обезболивающего. Забегаю. Эй, тут где-то была... Эй! Тут тележку... Угнали тележку, сволочи! Тележки не стало, вот отстой. Нет, ребятки. Надеюсь, внутри никого нету. Закройся. У меня такое ощущение, что FPS заметно выросло. Не знаю почему. Наверное, потому что тележку убрали. Не серьезно. Лагов стало в тысячу раз меньше. Ну, может потому что не знаю. Не знаю. Срочно. Да, мне нужны эти более утоляющие, чтобы заткнуть рот твоей маленькой, ну, Паладина. Ее нытье портит мне настроение. Я буду называть ее моя маленькая, вот, все. Так, апельсиновый сок. Кофей. Интересно, кофей можно с чем-нибудь смешать в блендере? Например, с апельсиновым соком. Фу, наверное, такая хрень. О, у меня тут люди пытаются в аптеку зайти. Ну-ка, отошли все. Ну вот, заблевали меня. Так. Ты где там, наверху? Да подожди, сейчас я следующее нажму в задание. Овертайм. Тики требует, чтобы я принес ему... А, ну понятно. А, Марля. Так. Ну нам нужно идти в следующее здание. Не надо тыкать, я понимаю, что ты хочешь продолжить играть. Куда нам там? Ты снизу, сюда, да? Сюда, вниз. Я хочу машинку! Я хочу машинку. О, я свернул голову зомби, только что оторвал ее нафиг. С мясом. По яйцам! По яйцам! И тебе по яйцам! И тебе по яйцам! Тут яйца доверенная компания идет. А ты пришел со своим джедайским мечом. И еще и не с одним. А, я понял, наверное, почему у меня это все время ведет в сторону, когда загружается новая локация, потому что я бегу в сторону, когда начинается. Когда пристает игра на другой локации быть. Короче, вот так вот все, наверное, кто не понял. Я понял. Так, у меня стрелка теперь исчезла. А, вот появилась.
Хватит производить такие страшные звуки. Мне страшно поворачиваться. Я просто... Это гирлянда. Ай, дайте пчеломатку. Чуть меня не прикончил. Так. Вот есть брюлики, если чё. Так, вот нашел марлю. Я только не знаю, откуда не знаю, что здесь есть марля. А да, мне кажется, они пригодятся для Ребекки, чтобы остановить кровотечение, ничто другое не помогает. Я тут жру, пока время есть. За убийство при помощи оружия? Ух ты. Плюс 10% прибавка к ОП. Так, у тебя брюлики есть, да? Ты их забрал отсюда? Нет. Ну я тогда я заберу. Так. Сейчас следующий посмотрю, где ближе, чё ближе. Блин, теперь нам возвращаться назад. Так. Ну или выйти на улицу. Так, это где? Ага. Погнали, возьмем дорогое шампанское. Тебя это, дыхание слышно. Ай, я тебя хотел схватить. А подожди, тут же это, тут же продовольственная часть. Пошли, может там блендер есть, что-нибудь намешаем. Эй, ты меня ударил. Ай, он меня повалил. Ауч. Здесь тут есть блендер. Так, молоко есть. Молоко нашел. Кстати, молоко много прибавляет. Вот здесь за прилавком. Ой, тут такая веселая музыка играет. Так, тут нету блендера. Здесь. Ой, тут мексиканская играет. А, ча-ча-ча. Ты где там потерялся? Да блин, куда все блендеры подевали, я не понял. Как вы без блендеров живете вообще? Точно нету блендеров. Ай. Нет, похоже, тут нету блендеров. Вот, тут есть. Есть, да? Окей, иду. Да, там есть, я пропустил, видимо. Яблоко с яблоками. Ты что, яблоко намешал в яблоке? А, то есть я понял? Да. А, видимо, я пропустил этот блендер. Сейчас что будет, если... Что такое? Никто в нектар? Нектар с кофе, это нектар. Так, подожди, сейчас я это... Молоко смешаю с соком, у меня тоже нектар будет. Да. Так. Я... Чё за... Что это было? А где молоко? Ты молоко забрал? Нет. Нет, его не было.
Ай! Так. Где этот блендер-то? А, вот нашел. Кто потерял? Секунду. Во! Я успел допеть, пока пауза была. Так, а что будет, если молоко и сливки? Супер сливки. А, нет, слушай, молоко и сливки это темп. А если тако и тако? Да не коробку! Тако! Тако-тако, буррито-буррито! Да не кактус! Что ты делаешь? Чёртов Фрэнк! О, я два така смешал, что будет? Слушай, и всё получается нектар, даже два така. Я пойду, короче, куплю себе две шаурмы и смешаю их у себя дома. Здесь у меня будет нектар. Ладно, пойдем на улицу. Тут можно же выйти, да, можно. Нам туда. А, нет, подожди, это не на улицу. Черт, надо идти в другое место. Точнее, оттуда, откуда мы пришли сейчас. Я предлагаю взять по маске быка и убежать. А, вот, я нашел тут эту мастерскую, так что можно сейчас слепить себе джедайский меч. У тебя ножа случайно нет? Тесака, что ли? Да. Нет, нету. Ой, пардон. Пойдем, мы сейчас джедаем их. Там, там, тарадам, тарадам, пам, пам, парадам. Тан, 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 таран, тан, таран. Тан, 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 таран, тан, таран. А что здесь? Чем краску можно смешать? Ой, тут я тортики нашел. Это пирожное. Черт, получается тортика да ложь. Раз это было пирожное. Я буду есть пироги и тортики. И заработаю диабет. И мороженкой закушу. Куда нам там надо? Возвращаться назад и в то казино, в котором мы только что были. Я все сожрал. Погнали до этих, до... Иду, до быков. О, тут Мона Лиза. Просвещайтесь, тупые мозгоеды! И ты тоже просвещайся. Ой, Сек, может, на семье что-нибудь можно сделать? Ой, да, я надел на кого-то картину, теперь этот человек просвещенный. Ты взял быка за рога? Да. Кстати, что находится в этом... В этом здании? В этом магазине? Ты заходил туда? Хочу сказать, что какой-то отстой, но... Бык не работает как бык. Странно. Так, тут ни хрена нету. Отстой. А! Надо же левую кнопку зажать. Ну ты даешь. Меня опять заблевали. Ну капец, меня... А ты здесь, куты! Как я зол! Налево, налево, ты куда пошел? Нам налево, на выход, на улицу. Мяу. Вот сюда. Блин, мне же зомбракс. А, у меня есть зомбракс, так что все окей. Ага! Как ты в толпу улетел? Нажимай! Меня не успели загрызть. Зато я там. Проблевал, чуть не проблевался. Надеюсь, ему ничего не надо будет в этом офигенном секс-шопе приносить. А то как-то это.
да блин, давай грузить быстрее, что такое?